Больше 4000 раз обратились казахстанцы в Конституционный суд. И это несмотря на то, что новый орган начал полноценно работать только с начала нынешнего года. С января по август Конституционный суд получил чуть больше 4000 заявлений от граждан. Чаще всего обращались жители Астаны и Алматы, а также Костанайской области. При этом почти половина из них была не согласна с решениями судов. Но такие заявления в Конституционном суде не рассматривают. Здесь лишь устанавливаются соответствие нормативно-правовых актов нормам Конституции. Так вот, за все время работы удовлетворили только 5 таких обращений. В целом, то, что в Казахстане стало возможным выявлять такие нарушения по заявлению самих граждан, считают представители Евросоюза, демонстрирует стремление нашей страны к верховенству не только закона, но и прав человека. Справедливый новый Казахстан, в нем, то есть его построить невозможно без соблюдение прав человека. В этом Евросоюз, Совет Европы, Казахстан, страны Центральной Азии. Мы партнеры. У нас очень динамичное происходящее сейчас сотрудничество. И мы очень-очень надеемся, что то есть оно будет углубляться, будет расширяться во многих сферах. Кстати, многие из них были обозначены тоже президентом в него послании 1 сентября.